20 лет службы и капитальный ремонт. Так, согласно нормам соседних стран, выглядит эксплуатация жилых домов. В Приднестровье такого принципа не существует, но есть целевые фонды на выполнение капремонтов многоэтажек. Средства в них поступают за счет отчислений от оплаты за жилищные и коммунальные услуги, в частности, за водоснабжение и водоотведение. С 1 января рост составит 82 копейки или 22% и составит по услуге водоснабжения 4 рубля 52 копейки за 1 кубический метр воды. Если в 2014 году это был тариф 3,70. По водоотведению у нас 1 января рост составит 12% или 41 копейки и составит 3 рубля 89 копеек. В 2014 году он составлял 3 рубля 48 копеек за 1 кубический метр сточных вод. Вырастет и оплата за теплоснабжение, но незначительно, на 1%. А вот цены на газ и электроэнергию останутся прежними – 87 и 57 копеек соответственно. Это коммунальные платежи. Что касается жилищных услуг, в 2015-м тарифы на них вырастут. Так, стоимость технического обслуживания и текущего ремонта зданий составит 85 копеек вместо 60 в 2014-м. На 41 копейку вырастут отчисления по капитальному ремонту строительных конструкций с 15 на 56 копеек в этом году. Изменится и плата за санитарное содержание придомовой территории. По сравнению с прошлым годом рост составит 35 копеек. Изменение тарифов в Тирасполе, в отличие от других городов республики, будет проходить не в 3, а в 4 этапа, что позволит управляющим компаниям детально проработать адресные программы. Говорили на пресс-конференции об оплате услуг связи. По расчетам, рост по абонентской плате у нас предусмотрен всего лишь на 7% и составит 22 рубля 45 копеек с 1 января 2015 года. По одной минуте разговора по местной телефонной сети составит 20 копеек или на 1 копейку дороже, чем в 2014 году. Кроме того, по словам Виталия Улитки, в новом году ожидается рост заработной платы по рабочим специальностям на предприятии водоснабжения и водоотведения, а также снижение тарифов на полив земель. Ирина Полесик, Роман Данец, Первый Приднестровский.